Привет! Сегодня у нас будет видео в не совсем стандартном формате. Сегодня у нас будет видео, посвященное день рождения моего канала. Ему исполняется один год. 5 октября 2019 года я зарегистрировался на видеохостинге YouTube. И в этот же день я выложил свое первое видео, посвященное вот этому автомобилю. Это ВАЗ-2110, который уже у меня год. Это мой первый проект. И он стал основоположником всем вот этим проектам, которые сейчас у меня есть и будут. Вот это мои будущие проекты. Также у нас вот есть Мустанг, который выйдет в следующем видео. Пятнашка, МАЗ и Шевроле Тахо. Это мои будущие проекты. Так, к слову. Вот данная модель, она стала действительно основоположником. Она для меня стала больше, чем просто модель. Я за ней ухаживаю. Как мы видим, тут изменилось лакокрасочное покрытие. Я его полностью поменял. Если вы помните, у меня был ярко-красный цвет. Но со временем он стал просто разрушаться, терять свою структуру. И поэтому я решил ее перекрасить. Перекрасил я ее вот такой вот вишневый цвет. Также в честь моего канала я собрал вот этих всех красавцев, которые у меня, которые я строил на протяжении всего года. Конечно, тут не все машины, но большинство я их здесь собрал. И я сейчас хочу под красивую музыку вам напомнить, какие у меня все-таки были машины за этот год. Ну что ж, ребят, поехали.